Здравствуйте, с обзором основных событий в студии Иван Никонов. В Ненецком округе единственная организация, которая имеет задолженность по заработной плате перед работниками «Наринмарстрой». На сегодняшний день долг предприятия превышает 9,5 миллионов рублей. Задолженность имеется перед 111 работниками. Помимо этого, у предприятия есть другие виды неоплаченных платежей, в том числе проценты за несвоевременные выплаты. Ситуация с задолженностью «Наринмарстроя» находится на особом контроле у прокуратуры округа, инспекции по охране труда и межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченных задолженностей по оплате труда. «Наринмарстрой» гасит платежи. Вот за последний месяц было погашение. Если задолженность на 1 октября числилась в размере 10 миллионов 100 тысяч рублей, то сейчас 9622, подчеркиваю. К сожалению, очень медленно идет снижение задолженности по заработной плате. Это связано с реализацией того имущества, которое есть у «Наринмарстроя». Для погашения задолженности по заработной плате перед работниками общества, конкурсному управляющему «Наринмарстроя» необходимо активизировать работу по оценке имущества, его реализации, а также по взысканию дебиторской задолженности. В настоящий момент готовятся очередные конкурсы на продажу тех активов, которые есть у «Наринмарстроя». Это и готовится документация по зданию административного, которое готов выкупить округ, и соответствующее письмо округу было направлено. Продолжается решаться вопрос, но он пока не решен, о выделении отдельных помещений в здании общежития. На заседании межведомственной комиссии было принято решение вернуться к рассмотрению вопросов, связанных с финансовыми обязательствами общества, в ближайший понедельник. В этот же день состоится собрание кредиторов «Наринмарстроя». Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».